Сокка самого высокого уровня возвращается в Тирасполь. В этот понедельник в самом сердце столицы, в Екатерининском парке, четыре команды будут биться за вечерний кубок. Две команды из Приднестровья, «Авангард ТВ ПМР» и «Гребенник», еще две из Молдовы, «Троица» и «Молодежка Флорешт». Федерация футбола Молдовы продолжает активно работать по направлению в части развития массового футбола. Очередной турнир у нас в Тирасполе. Вечерний кубок будем играть в формате «Сока». Четыре команды. В принципе, для этого поля, для этой локации, для Тирасполя это уже такой знакомый, приятный формат. Самое главное, что он доступный. И в хорошей атмосфере, я уверен, пройдут эти матчи. Сокол в Тирасполе любят. В конце августа открытый кубок Амалиги собрал полные трибуны. Фанаты приходили даже в дождь. Не менее жарко будет и на этот раз. Не только в игре. Будет и шоу. На этот раз «Диагональ» даст настоящего рока. Футбол – это динамичный вид спорта, особенно в мини-футболе. Все происходит очень быстро, динамично, плотно. И так же, как и в роке. Это все динамично, энергично и, самое главное, громко и душевно. Музыка, да, под которую можно болеть, да, в общем-то. Конечно. Ты кричишь, и в целом все кричат. И я уверен, что это добавит драйва и настроя футболистов, чтобы быть еще быстрее и принимать крутые решения, нетривиальные. Итак, вечерний кубок уже в этот понедельник на футбольном поле в Екатерининском парке. Все начнется в 18:30. Первыми на поле выйдут «Авангард ТВ ПМР» и «Гребенник». Приднестровское дерби. 19:30. «Троица Флорешты». После музыкальная пауза. Выступит «Диагональ». А для юных фанатов проведут мастер-класс. Дети смогут почувствовать себя Месси, Роналду или кем-то из «Авангарда ТВ ПМР». После финал вечернего кубка. Стартовый свисток в 21:00. Дальше улыбки победителей и медали.